Привет, привет от новых стеблет. Привет из-за бугра. Привет, я сейчас гуляю с утра после завтрака в Сан-Антонио. Прекрасный город, это воскресенье, утро. Как говорится, завтрак придал мне дополнительных сил и энергии. Машин мало. Представляете, это центр города. Правда, еще очень рано, поэтому не такое количество, как обычно. После обеда здесь очень будет много машин, очень, очень много. Нажму светофорчик, чтобы... Wait, вау! Wait. Девушки увидели, что я снимаю в Макдональдсе, ржут надо мной. Машут вон, видите, вот. На туристов очень сильно много обращают внимание, но они думают, что я турист. Так-то я живу здесь. Живу, наслаждаюсь. Тут на красный свет пошел. Правда, уже зеленый. Сейчас я буду проходить мимо и покажу вам эти приятные, милые лица. Вон они, видите, в окошке. Машут, кушают. Кушают в Макдональдсе. Набирают вес. Набирают вес. Я только что покушал, позавтракал в отеле Hilton. Очень хороший завтрак, и меня он полностью устраивает по качеству пищи. Вот, ну, соответственно, по качеству сервиса. Фрукты, творог, йогурт, обязательно кофе. Обязательно хороший, вкусный кофе, поэтому меня это бодрит. Утро у меня прекрасное. Сегодня очень много походов в SeaWorld. Я хочу сводить себя и всех моих друзей. Поэтому сегодня очень насыщенный день. Мало то, что я сейчас еще и на работу. Вот, воскресенье. А завтра домой к хомякам. Так что сегодня не обещаю много трансляций, но буду снимать видео и выкладывать здесь. Выкладывать здесь на Ютубе, поэтому, если будет желание, подписывайтесь, будем с вами дружить. Окей, все, с вами был Олег, за бугром лайф. Всем хорошего настроения, всем доброго утра. И оставайтесь всегда людьми, будьте людьми, пожалуйста, несмотря ни на что. Пока!